Глава парламентской фракции партии «Батьковщина», которая входит в правящую коалицию, Юлия Тимошенко призвала голосовать против принятия предложенных президентом Украины Петром Порошенко изменений в Конституцию страны, так как они не помогут урегулировать кризис в Донбассе. Внеочередное заседание Верховной Рады Украины, на котором депутаты планируют предварительно утвердить конституционные изменения по децентрализации власти, началось в понедельник. Нам говорят, что это путь к миру. Мы все хотим мира больше, чем сохранение своей собственной жизни. Мы должны сегодня признать, что это не путь к миру и не путь к децентрализации. Это, к сожалению, диаметрально противоположный процесс, который вводит нас в заблуждение и принуждает нас терять территории, заявила Тимошенко. Наше сегодня задание – голосованием против вернуть мирные переговоры на правильный путь, который даст мир, а не иллюзию мира. Я уверена, что сегодня партия «Батьковщина» сделает правильно, проголосовав против и начав тем самым новый процесс переговоров по изменениям в Конституцию, добавила она. Ранее депутаты двух фракций коалиции «Радикальная партия» и «Самопомощь» заявили, что отказываются поддерживать предложенный Порошенко проект Конституции. По мнению депутатов, норма об определении особого статуса Донбасса в переходных положениях документа угрожает государственному суверенитету и независимости Украины, а сами конституционные изменения значительно усиливают полномочия главы государства. Представители самопровозглашенных республик Донбасса ранее отметили, что поправки в Конституцию Украины не были согласованы с властями ДНР и ЛНР, как это предусмотрено Минскими соглашениями, и не были вынесены на обсуждение в рамках Минского процесса. По мнению МИД РФ, предложенные Порошенко поправки являются лишь имитацией выполнения Киевом Минских договоренностей. Я уверена, что сегодня партия «Батьковщина» сделает правильно, проголосовав против и начав тем самым новый процесс переговоров по изменениям в Конституцию, добавила она.